Spielt bei ihr so im Kopf, ne? So wie super sie. Jetzt sag mal, so gut. Weil das ja. Man kann die Kuhle. Скажи всем привет! Скажи, бусинка, всем привет! Скажи, я только что проснулась и сейчас села краситься, да? Ой, мама! Нет, мамочка, надо волосы расчесывать. Мама! Нет, без мамы, давай, без мамки, не мамкой, не мамкой. Красься, я тебе разрешила краситься. Но я тебе буду расчесывать все. Нет, Бетти, надо волосы расчесывать. Некрасиво так, никто не ходит. Можно. Не гада. Давай. What do you mean we should to make your hair? No, stop it. Yes, you should to stop. Так, всем привет. Как дела нам пишут? У нас все хорошо. Так, куда поедете? Мы никуда не пойдем, просто Бутусик только проснулась. А у мамы было много свободного времени, пока Бетти спала. И мама наводила красоту. Смотрите, как маленькая красится. Какая смешная. Так. Бетти говорит на английском. Но Бетти больше на английском понимает. Она сейчас уже на русском стала больше понимать, чем на английском. Потому что сначала там не только на ну, как бы она всегда на английском лучше речь слышала. Сейчас мы приехали в Россию пока. И она, я с ней говорю на русском, она с детишками играет, поэтому больше уже на русском стала понимать. А так по-английски, как видите, лучше понимает. Пока по-английски не сказала, она не успокоилась. Ну ничего, сейчас тоже русский выучит. И как будет болтать у меня, да, доченька? Подожди, мамочка. Будешь болтать, да? А ты знаешь, что к тебе скоро Дедушка Мороз придет? Мама, да, Дедушка моя. Мороз придет. А ты что попросила? Ты что у Дедушки Мороза попросила на Новый год? Куколку Бэби Бон, да? Да. Куколку, да. You order, you ask for Santa for a baby bone, right? Мама. Yeah. Ей сколько годиков? Ей 2,5 годика. Нам 2,5 годика, целых 2,5 года. Мамочка, ты представляешь, ты какая уже стала взрослая. Ты вообще можешь себе это представить, мамочка? Ты какая уже взрослая, ты представляешь? Да. Побежать. Мама, мама. Бежала я, ты мама. Что ты рассказываешь? Что ты там красишься? Расскажи, как красишься. Вот так, да, я бежала. Бежала. Она так. Мазука снимать, она есть, ой, и зай. Ладно, не буду сейчас тебе ничего делать, просто я тебе их соберу вот тут аккуратненько и все. Ой, я принцесса. Что, ты ножки всем свои показываешь? Ты зачем так сделала, Петя? Тебе так удобно? Так, сейчас мама пойдет в прямой эфир. Мама, да, я. Но я займу, на ее. Ну что, всем хай! Всем привет! Так, что люди пишут, Бетусик? Подстригите ей челку. Ну, мы как-то сами разберемся. Вот как можно другому человеку указывать, что ему делать? Подстригите ей челку. Что вообще? Как это я должна понимать? Иди своим детям подстригай челки и делай все, что ты, в принципе, с ними хочешь. Я здесь при чем? Беза. Магана. Это я знаю. Так. Как ты, дорогая? О, Никочка, привет!
сто лет, прикинь, я тебя как увидела. У меня еще зрение такое плохое. Я тебя сто лет не слышала, не видела. Как у тебя делишки? Мамин карандаш открывать не надо, ты же знаешь, нельзя. Положи на место. Да. Да, молодец. Марина, синица. Так, давайте какие-то вопросы, а не просто ерунду какую-то там нести. Мамочка, нельзя карандаши трогать, я тебе еще раз говорю, я не разрешаю. Мамочка, это моя косметика, ее портить нельзя, ты уже достаточно испортила. Все, это уже нельзя портить. Отдай. Не отдам. No. Отдай. Я сейчас уберу косметику вообще, если ты будешь продолжать себя так вести. Все хорошо. Нет, мамочка, я не разрешаю косметику портить. Не разрешаю. Да, бада. Да, да. Ты всем рассказала, что мама тебе не разрешает косметикой пользоваться, да? Все, мама плохая. Мама говорит, мама не разрешает мне ломать косметику. Всем привет, привет, привет. Это Бетти Блювенкранц. Я хочу вам передать важную новость. Мама не разрешает мне ломать косметику. Я хочу все сломать. Я хочу все ее сломать, всю косметику. Да? А как ты маму пугаешь? Покажи. Как ты маму пугаешь? Как ты? А теперь маму испугай. Страшно маме! Еще раз попугай. Страшно! Ай, боюсь, боюсь. Сколько Бетти годиков? Беттичке 2,5 годика. 2,5 годика моему ребеночку. Все, мамочка, ты оставляешь меня? Молодец. Куда? Ты тоже хочешь сесть? Ну давай, я тебе место чуть-чуть уступлю. Давай, мамочка, уступлю тебе место. Оп. Шортик расслабляй. Ну, иди сюда, господи, ты мой маленький комочек. Садись. Садись вместе с мамочкой. Мамочка, меня красить не надо. Спасибо, любимая. Ой, как накрась. Себя крась, себя. А это на лицо делают, мамочка, это не на волосы. Так, Банан. Что ты делаешь, дочка? Я и так плохо вижу. Я пытаюсь причитаться, а ты мне еще что-то суешь. Банан. Вот мне пишет Крис. Желаю тебе оставаться всегда такой красивой, прекрасной, самой лучшей мамой. Здоровья, счастья, море улыбок. Желаю вам много классных подарков от Деда Мороза. Мамулечки, привет. Кристиночка, огромное тебе спасибо. Мама. И мы тебя поздравляем с наступающим Новым годом. Это и желаем тебе всего. Дай мамочка сережку. У меня сережка упала, дай. Подними. У вас ремонт, но это наверху ремонт. Не знаю, еще по воскресеньям свет. Никогда не слышала, чтобы у нас тут ремонт делал. Цвет волос очень подходит. Что, доченька? Дай мамочку сережку уронила, посмотри. Ну, пойдем. Я иду с тобой. Подожди, телефон мне надо взять. Подожди, телефон же на зарядке, надо его взять, пойдем. Куда ты меня привела? Куда? Ты хочешь, чтобы я тебе включила мультики? Сейчас, подождите, я маленькой мультики включу. На, будешь на стульчике своем смотреть? На, доченька. А что ты хочешь? Так, вернешься ли в белый? Нет, я в белый возвращаться не планирую. Мне очень комфортно в этом цвете волос. И скажу честно,
Мне он очень нравится, очень мне импонирует. Так, что еще пишет? Так. Дочка вылитая Валера, но я это уже 2 года слышу. Моей 3,5 месяцев такая же капризоль. Слушайте, я не вижу, чтобы она такая капризная была. Это нормально, мне кажется, сидит немножко капризная. Так. Где? Красотка, с наступающим. Спасибо вам большое. Так. Почему вы дочь мамочкой называете? Потому что у нас в грузинском языке есть такое слово дедико. И дедико, оно переводится, как бы это может и мать сказать по отношению к ребенку, и ребенок по отношению к маме. Но если дословно перевести дедико, это получается на грузинском языке мамочка. И я вот как-то просто привыкла, ну, с детства всегда мама называла дедико, и очень люблю это слово, оно очень нежное, очень доброе на грузинском языке. И у меня уже просто как бы в привычку это вбилось. Подождите, надо поставить телефон хорошо. Поэтому вот так и называю ребенка мамочкой. Меня, кстати, уже часто это спрашивали, но ничего сверхъестественного в этом нет. Это просто так переводится с моего языка. Так, блин, станьте нормально. Вот так. Так, в садик ходит дочка? Нет, в садик дочка не ходит еще. Как будешь отмечать Новый год? Я буду дома с ребенком. Вы разве не армянка? Нет, я грузинка, я не армянка. Вы эти очень похожи на вашу маму. Вы очень красивая. Спасибо большое. Так, привет из Сибири. Вот так. Что вот так? Так, ты где? Я дома. Сижу у себя в ванной. Потому что у меня здесь зеркало хорошее. Не зеркало, ну да, зеркало типа со светом таким специальным. Тата, привет с Гамбурга. Гамбург, привет. Я, кстати, недавно была в Гамбурге, буквально, может быть, 4 недели назад. Но как-то ребенка называть мамочкой как-то неправильно. Люди тебя не понимают. А мне надо, чтобы меня люди понимали. У вас свой ребенок, вы его как хотите, так и называете. Правильно? Хоть бусинкой, хоть капустинкой, хоть крупустинкой, хоть мамочкой, хоть дедушкой, хоть бабушкой. Как вам нравится, это ваши личные дела. И что там очень, а что не очень, ну, это... Это ваше личное право. Вам может нравиться, вам может не нравиться. Я вас не спрашиваю. Вот. Надо было на Рождество к нам в Германию. Да. Ну, хотя нет, я на Рождество бы хотела в другом месте оказаться. Привет из Германии, привет. Так, по поводу каприза детей. С ними хоть можно договориться, а вот со взрослыми сложно. Поэтому детки, наше счастье, пока не маленькие. Все капризы нужно выполнять. Так, как вы сможете на детей гнилить? Да они больные, на них нельзя внимание обращать. Это с головой не в порядке. Я поэтому как бы ребенка раньше вообще не выставляла. Ну, как бы, ну, она часть моей жизни, этого как бы невозможно делать, потому что мы с ней каждый день вместе. Но, конечно, раздражают больные люди. Но с другой стороны, ну что с больных взять? Ничего, к сожалению, ничего. Вот, давайте какие-то нормальные вопросы, у нас здесь почти 700 человек, и какие-то вопросы, чтобы эти похожи на Валеру, ты говно и так далее и тому подобное. Это все бред как бы. Покажи платье во весь рост. Кстати, я это платье покупала, когда была беременная. Я сейчас поправилась, и оно мне как раз хорошо. Я была беременная, когда я его покупала, это платьишко. Оно коротенькое. Вот здесь у меня было вот так пузико, у меня было. Я была беременная, когда я его носила. Так. Почему люди, кто вас не знает, лично тут к вам обращаются на «ты», еще если не получают ответа, на вопрос начинают хамить? Так они не только начинают хамить, они дело не в этом, они указывают, что мне делать. Иди подстриги ребенку челку, понимаешь? Просто что в башке у человека, когда он так серьезно, он же серьезно это пишет, как бы он же не шутит, он же не прикалывается. Так, Таточка, привет из Казани, дочка прелесть, привет, моя хорошая, огромное спасибо, мне очень приятно. Был ли секс с Валерой после расставания? Нет, у нас никогда не было секса.
Так, самая любимая твоя страна, в которой ты бываешь чаще всего? Ну, чаще всего я во Франции, в Монако, а так? У меня три любимых места вообще. Три любимых места. Я очень люблю Москву, очень сильно, правда. Я тут недавно поняла. После Америки я поняла, что мне очень нравится Москва. После Нью-Йорка. Вот. И я люблю Монако, Москву. И я люблю Шанхай, очень сильно люблю Шанхай. Никогда в жизни еще не была в Лос-Анджелесе, но думаю, что мне там очень понравится. У нас так. Что, мой любимый, иди ко мне. Иди ко мне. Что ты хочешь, моя любимая, любовь, пойдем. Что ты хочешь, пойдем, мама с тобой пойдет. Так. Луни. Так у тебя же есть вот здесь, посмотри. Луни. А что там? Луни. На самом верху? Луни. Ну, на самом верху, мамочка, ножи лежат. Зачем тебе ножи? Там у меня ножи лежат, острые очень, которыми я еще не пользовалась. Там ножи, мамочка. Ну как я тебе нож дам? Ты что, шутишь, что ли? На. Я не дам тебе ножи, это ножи. Я не могу дать ножи, не могу. На стакан. Дай зубы. Дай его, дай. Доченька, ну я не могу тебе нож дать, прости меня. Ну ты что, кто ножами играет? Ты же девочка, ты же не этот, не киллер. Мамочка, что ты орешь? Я тебе как ножи дам? Ты что, шутишь, что ли? Там целая упаковка ножей, мамочка. Доченька, не надо так делать, не ори. Да ну прям, сейчас, еще что тебе сделать? Ты что на поднос встала? Ты что встала на поднос? Моя любовь. Снег, как бывший, приходит, когда его уже не ждешь. А что, кстати, мне сказали, что в Подмосковье снег где-то выпал. Правда это? Это правда, что там снег? Я так хочу покатать Беточку на этих, на саночках. Она еще никогда у меня не каталась на саночках. Мне хочется ее на саночках покатать очень сильно. Так, она думает, что там игрушка. Ну, да, ну, наверное. Ну да, она думает, что там какая-то одна из ее упаковок. Отправь к Валере, пусть его помучает. Не, Валера не сможет с ней весь день, мне кажется. Так. Привет из Мордовии. Мордовия, большой привет. Так, дочка хорошенькая, умненькая будет девочка, спасибо большое, мне очень приятно. Что нового? Да ничего, я же все по-старому, что может быть нового? Тата, в Гонконге была, ты там такой красивый, единственное. Я была в Гонконге, конечно, я же всю жизнь прожила в Китае, 12 лет. Но я, кстати, не очень люблю Гонконг, я больше фанатка вот именно Шанхая. Все ходит команду, что-то орёт. Тебя что-то шуршит. Это маленькая шуршит ходит, с ума сходит. Что-то красивая такая. Привет из Сочи. Привет из Сочи. Спасибо мне большое. Мне очень приятно. Хабаровск тебя любит. И я вас люблю, Хабаровск. Огромное. Ой, я сейчас чувствую себя как на концерте. Хабаровск, я люблю тебя! Хабаровск, ты меня слышишь? И такие, да! Так. Летом ждем Севастополь. Кстати, никогда не было. Надо поехать когда-нибудь по-любому. Севастополь, ты меня слышишь? Так, почему очень редко ведете эфиры? Не знаю, потому что иногда у меня бывает нет настроения, я подавлена, или понимаю, что я сейчас как бы сильно
чувствительная, и я буду обращать внимание там на какой-нибудь, на какие-то гадости. И поэтому я как бы не хочу вот в этом ковыряться. И захожу, когда у меня хорошая энергия, и когда я могу как бы порадоваться. Даже если мне напишут говно, чтобы я могла на него как бы, ну, хорошо, смешно ответить. А не так, когда, знаешь, ты такая удрученная, и тебе хочется, знаешь, еще больше вот гадости наговорить, потому что в тебе это сидит, и тебе тоже хочется это выплеснуть, наверное. Я не знаю, мне как бы не очень этого хочется. Тата Мурманск тебя обожает. Я люблю Мурманск. Смотри. Мурманск! Так, чем Шанхай лучше, чем Гонконг? Ведь Гонконг бесподобен. Я не знаю, это ведь каждому свое. Вот, кто-то обожает Нью-Йорк, но Нью-Йорк не мой город оказался. И также между Шанхаем и Гонконгом я реально не... Он шикарный, Гонконг, мне он очень нравится, но я вот почему-то вот именно атмосфера, мне все нравится в Шанхае, прям все, вот мне так нравится. Почему ты жила в Китае? Потому что моя мама уехала туда жить в 2004 где-то году и забрала меня, и я там училась в школе, потом закончила школу, поступила в университет. И после университета уже пошла, как раз приехала на каникулы в Москву, пошла на дом, и вот так все закрутилось, завертелось, занеслось. Так, какой клевый ремонт в квартире? Можешь провести экскурсию? Ну, попозже можно. Сейчас с вами поболтаем. Ну, это ванна, я не знаю, что вам тут показать. У меня тут сейчас косметичка лежит. Ну нет, надо тут убрать сушку. Например, бумагу. Например, бумагу. А так мне красивенько тут. Ну, в ванной, правда, у меня сейчас косметичка лежит, потому что я красилась. А так у меня вот так. Гочи притихла, я ее вижу, на диване играет в эти пластмассовые свои тарелочки, игрушки. Вот. А я люблю очень Дальний Восток, а Дальний Восток любит Тат. Я тоже очень люблю Дальний Восток, у меня очень много связано с этим местом. Хотя я никогда в жизни там не была, и надеюсь, что когда-нибудь я туда приеду. И даже сейчас для меня просто это очень далеко лететь, но у меня моя лучшая подруга, с которой я училась в Китае, с которой я провела все свое детство, мы до сих пор с ней дружим. И сначала она вышла замуж, она уехала жить в Македонию, и сейчас она забеременела, уже родила ребенка, и рожать она поехала во Владик, и сейчас она находится там. И мне, конечно, очень хочется когда-нибудь, сейчас я не могу, но когда-нибудь... Мне, конечно же, хочется туда попасть, мне хочется ее увидеть очень. И Владивосток хотелось бы увидеть, это место, где она выросла. И мне было бы приятно увидеть те места, в которых она провела большую часть своей жизни, и это круто. О, знаете, что хочу вас спросить? Короче, я начала делать форму бровей по-другому. Не то, что форму бровей, а типа расчесывать их стало по-другому. Вот так брови прикольнее или нет? Но мне кажется, поярче лучше. Я просто не красила, наверное, их надо покрасить, да? Чтобы они потемнее были. Как думаете? Или так прикольно? Так, нет, все обосрали. А мне кажется, прикольно, когда такие брови свои есть. Просто единственное, что я бы сделала поярче. Они слишком светлые. Подождите, мне надо ребенка проверить. А где твоя? Вот смотри, где что-то. Надо приготовить пиццу. Как приготовишь пиццу, позови меня, я поем. Так, ну чё?
нас оставили. Я отдала бы Тусику там этот набор, чтобы на пиццу готовила. Я говорю, приготовишь пиццу, позовешь меня. Так, шикарные брови, огромное спасибо. А почему сняла нарощенные ресницы? Да не почему, просто так получилось, что я профукала свою запись, потом что-то сидела дома, никто не хотелось выходить. Потом уже праздничный Новый год. И я мастеров не люблю менять своих, в принципе, особенно по ресницам я. И у меня всего две девочки. Я их меняю, когда там одна в зависимости от другой куда-то уезжает. И просто не успела. 3 числа поеду наращивать ресницы. Так, ты супер, очень красивая. Спасибо. Обожаю комплименты. Так, с наступающим Новым годом. У нас сегодня снег выпал. Круто, а вы где? Где у вас снег выпал? Брови супер, спасибо. Я тоже люблю свои бровки. Так, в Монако были минусы. Слушайте, там очень круто, но скучновато, потому что... Ой, подождите, мне мой любимый, короче, звонит. Я сейчас вам... Я перезайду. Я вас люблю. Сейчас я перезайду.